Последние новости и слухи. Дом 2 на сегодня 19 сентября 2022 года. Кристина Бухенбалте подтвердила, что мечтает стать ведущей Дома 2, но собирается через 2 месяца в Италию. Успеет ли воплотить свою мечту Крис? Карина Белова возмущена привилегиями во время финала конкурса «Королева Дома 2», полученными Опенченко. И намерена уйти с проекта, где ее не оценили. В сети полагают, что Карина рассчитывала на операцию по шунтированию желудка, но сделать ее по бартеру не нашлось желающих хирургов. Победительница конкурса «Королева Дома 2» Алена Опенченко решила из-за скандала, устроенного Кариной Беловой, не дарить толстушке выигранный сертификат и воспользуется услугами косметологов сама. Артем Грант не берет на себя ответственность за сына Клавдии Безверховой, ведь у ребенка есть родной отец. Гордится таким решением Гранта Клавдия Безверхова, ведь теперь тратиться на ребенка Артему не надо. Алексей Безус, закончив преображение своей квартиры, возвращается на Дом 2 ставить точку в отношениях с Екатериной Гориной и объявил себя одиночкой в социальных сетях. Ксения Бородина вернулась из своей поездки в Европу и готовится к следующим съемкам на канале ТНТ. Вернется ли она на проект, пока неизвестно, хотя в официальном паблике уже стоит ее фото с надписью «Дом 2, прощай». Анна Левченко сообщила, что без Валерия Блюменкранца у нее перестал дергаться глаз, строит большие планы на будущее. А сына Давида будет водить в детский сад. Иван Барзиков в компании Ксении Орловой и Антона Санникова отправился на премьеру фильма, в котором снимался Антон. Еще один артист появился среди участников «Дома 2».